будни, работа, усталость. Как я хочу, чтобы все поменялось. Все надоело, хочу отрываться. Эй, Лас-Вегас, отпиони! На крыльях жаркий Вегас. Я так хочу к тебе, Лас-Вегас. Безумные гонки, карнавал. Попал сюда, и ты пропал. Если удача улыбнется, тебя своей рукой коснется. Фортуна глазом подмигнет. Лови ее, хватай же бой! Добро пожаловать в Лас-Вегас. В этом видео я поделюсь с вами 10 вещами, которые надо сделать в Лас-Вегасе. Номер один. Прогуляйтесь по центральной улице города, которая так называется Лас-Вегас Бульвард, особенно ночью. Я гарантирую, это будет незабываемое зрелище. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there, they're all living. Очень красиво. Номер два. Сфера Лас-Вегаса – это новейшее приобретение, новейшая инвестиция в город. Они потратили почти 2,5 миллиарда долларов. Вы можете насладиться этим не только снаружи, но и внутри. Внутри есть кинотеатр с самым высоким разрешением экрана. Умеет не встать. Номер три. Лас-Вегас известен своими представлениями. Шоу, которое мы посетили, называется Awakening. Это просто отпад. Театр с вращающейся ареной просто невероятно. Четыре. На один день выезжайте за пределы города и посетите долину огненных волн. Это просто что-то неописуемое. Вы увидите настоящие марсианские пейзажи. Это была просто красота. Номер 5. Возьмите тур по ночным клубам Лас-Вегаса. Тур, который мы взяли, включал в себя три части. Вначале мы пошли в один клуб. Потом мы прокатились по городу в автобусе.
И наконец мы посетили еще один клуб. Если ты любишь музыку и танцевать, это для тебя. Номер 6. Возьмите в аренду квадроцикл и прокатитесь по пустыне. Скорость и адреналин – это супер. Номер 7. Лас-Вегас называют грешным городом, и поэтому вам обязательно надо посетить шоу для взрослых. Шоу, которое мы посетили, называется «Руж». Самое эротичное шоу в Лас-Вегасе. Красивые девочки. Номер 8. Посетите уникальный бар, который называется минус 5 градусов. Там всегда минус 5 градусов Цельсия. Вы не пожалеете. Халадрига и напитки – все, что нужно. Номер 9. Посетите стрельбище. Много клубов здесь в Лас-Вегасе, где вы можете взять пистолет, винтовку, автомат и даже пулемет и пострелять в удовольствие. А если у вас много денег, вы можете взять на прокат танк и прокатиться на нем. Почувствуйте силу с автоматом. Лас-Вегасе, а это значит, что вы не можете пропустить казино. Деньги есть, тратить сможем. Спасибо, что зашли на мой канал. Не забудьте подписаться и посмотреть мои другие видео с путешествиями по всему миру. Приезжайте в Лас-Вегас. Вегас, я так хочу к тебе, Лас-Вегас. Безумные гонки, карнавал. Попал сюда и ты пропал. Если удача улыбнется, тебя своей рукой коснется. Фортуна глазом подмигнет. Лови ее, хватай живой.